когда закладывалась Кольская сверхглубокая, это не было цели задачи определить там поиск углеводородов. А там был комплекс задач, они как и строение Земли, как я уже говорил об этом, подтверждение разных гипотез и так далее. Это было уникальное в каком плане? Это не просто буровая установка, а целый завод был, да, при котором, исходя из условий, которые встречали во время бурения, модернизировалось оборудование, потому что ну, там температура была больше 200 градусов, обычно при этой температуре уже приборы не работают, в общем, они выходят из строя. Там пришлось создавать это все при такой глубине, большие давления, то есть ну, любые какие-то материалы, которые не железные, не выдерживают. С точки зрения добычи такие глубины не нужны. Сейчас у нас идет, скажем, отметка на добыче где-то 8-9 тысяч метров полиэтикалий. Смыслов для добычи углеводородов таких нет.